я думаю, что где-то неделю надо взять тайм-аут, дать людям отдохнуть, самому себе. А потом 18 числа будет заседание законодательного собрания. Вернемся к нормальной работе. Ну, все идеи сформулированы в предвыборной программе. И, в общем, есть что обсуждать. Я думаю, что большая проблема – это нехватка мест в детских садах. Есть большие проблемы по некоторым конкретным паркам, скажем, Муринский парк, Луговой парк. Есть проблема западного скоростного диаметра. Я считаю, что тайное соглашение, которое было заключено правительством еще Матвиенко, по-моему, это большая проблема. Таких обязательств, о которых не знает город, не должно быть. Вот, я думаю, что я буду по-прежнему находиться в оппозиции, но это будет конструктивный диалог с нынешней властью. Мы ее будем критиковать, все идет к этому.